Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Память, она не должна угасать, и она не угасает. Она передается из поколения в поколение, потому что нет у нас такого права забыть то, что благодаря одному сердцу, переставшему биться, на земле нашей стучат тысячи сердец. Мы обязаны помнить, что вот уже более 70 лет не затихает боль в душах тех, кого хоть как-то коснулась своим черным крылом Великая Отечественная война. 7 мая, накануне Великого Дня Победы, ребята нашего центра встречали дорогих гостей, тех, кто приближал этот светлый исторический День Победы, кого мы называем победителями, кто в то страшное время встретил свою юность, глядя смерти в глаза на фронте или в тылу. Вместе с сотрудниками центра ребята готовились к этой встрече основательно. В отделении дневного пребывания несовершеннолетних была организована выставка окружного фотоконкурса. Они сражались за Родину, где гости оценивали работу участников конкурса по трем номинациям. При поддержке филиала ТЦСО Новопеределкино в районе Внуково была представлена экспозиция экспонатов времен Великой Отечественной войны. Для ветеранов была подготовлена концертная программа «В пылу былых сражений», в ходе которой с наступающим праздником ветеранов поздравили директор центра Краснова Ольга Вячеславовна. Здравствуйте, дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Мы рады приветствовать вас в нашем центре, детском центре социальной помощи семье и детям Журавушек. Мы крайне благодарны вам, что вы живы, здоровы и пришли к нам и к нашим детям в это такое наше мирно-тревожное время. Глава муниципального округа Новопеределкино в городе Москве Макаренко Эрнест Мануэлович. Я поздравляю вас с нашим самым важным, самым дорогим праздником, Великим Днем Победы. Ветеранам, конечно же, доброго здоровья. Здоровья и благополучия семьи. Директор музея ДК Внуково Никитина Елена Александровна. Всех вас поздравляю с этим замечательным праздником, со слезами на глазах настоящей. Трогательно и душевно звучали песни о войне в исполнении вокальной студии «Журавлята». Напоминаются рядом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем. А стихотворение, прочитанное участниками городского конкурса чтецов Рогачевыми Александрой, Мариной и Харитоном, никого не оставили равнодушными. На глазах приглашенных то и дело выступали слезы. Блокадных днях мы так и не узнали между юностью и детством, где черта. Нам в 43-м выдали медали и только в 45-м паспорта. Во время чаепития, организованного совместно с Макаренко Эрнестом Мануэловичем, ветераны посмотрели документальные фильмы о своих товарищах. По станциям памяти прошли дети вместе с родителями в отделении ранней профилактики семейного неблагополучия, где они смогли спеть и послушать военные песни, подготовить своими руками открытки-подарки ветеранам. В ходе праздника всем ветеранам вручили памятные открытки – подарки, предоставленные управой района Внуково, и цветы. Ветераны оставили свои пожелания мира поколению нового тысячелетия. В завершении под песню «День Победы» ребята вместе с дорогими гостями запустили в небо воздушные шары с голубем, символизирующим мир на земле. Мы, молодое поколение, обязаны помнить подвиги наших дедов и прадедов на фронте и в тылу врага, и события Великой Отечественной войны пусть останутся навечно в наших сердцах. Живите долго и счастливо! Пусть будет мирным наше небо! Пусть процветает наша Родина! Раз! Семейство! Раз! Два! Три!
помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните.